складываются вот так, сюда и туда. Тут еще будут такие направляющие, которые, на которые будут. Вообще-то хотел наоборот, вот та маленькая сюда. А этот туда. И они совпадают по дыркам тогда. Ну, в принципе, это не мешает использовать. Итак. Надо будет вот так вот сделать еще. Вот так перевернуть, получается, надо будет их. И потом туда поднимается вместе с матрасом. И тут уже получается для матраса поднять его будет сложнее. Но достаточно все прочное. Вот такие вот веревочки, как здесь, так и там. Сделаю пока по одной, но можно и две сделать. По две вернее.